хотим сегодня приготовить необычную закуску, которая называется сатени. Нам понадобится почти килограмм лука, грецкие орехи 100 грамм, томатная паста, перец, соль по вкусу. Мелко нарезать лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Орехи натрем на терке. Лук продолжаем обжаривать. Лук хорошо потушился. Добавляем туда томатную пасту. И продолжаем тушить. Поперчили. Добавим 50 грамм воды. Все хорошо протушилось. Добавляем сюда орешки. И слегка тоже потушим. В сезон граната можно вместо томатной пасты добавить сюда гранат. Вот наша закусочка. Получилась она очень пряной. Когда пробуешь закуску, не чувствуется, что она приготовлена из лука. Грецкий орех заглушает вкус лука, и получается что-то невероятно вкусное. Будем кушать пюрешку с котлеткой и закусочку. Всем, кому понравился наш рецепт закуски, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем желаю добра, мира, счастья, любви, здоровья и всегда хорошего настроения. Погода ужасно испортилась, нелетная, все небо в тучах, ветер, ураган, идет дождик, вот, посмотрите, на полу может быть видно, идет дождик, хотим поехать в магазин, потому что приехали с отдыха, а холодильник у нас пустой и кукуем, хотим поехать и купить продукты, немножечко отовариваться. Как раз такая погода, не погуляешь особо. Вот видите, как ветер задувает. Детишек одела, детям одела жакетки, кроссовки. Ой-ой-ой, даже телефон трудно держать. Да, идет дождик. Мы все оделись тепло. Собрались в магазин. Поехали! Ура! В магазин едем, как будто на праздник. Ой! Ничего. Ну, конечно, я дутики там. Ой-ой-ой, неудобно снимать мне. Да, погодка сегодня не задалась. Море. Жалко, отсюда не видно море. Сейчас, может, вперед проедем. Я сниму море. Смотри, автобус. Еще один автобус. Ураган, ураган. Над морем прям облако там висит. Еще один автобус. Вот портулак. Вот он у нас так продается. Портулак огородный. Так, зеленый лук, укроп, базилик. Базилик возьми. Кинзу возьми.
Еще дороже. Здесь, видите, персики килограмм стоит 3 рубля 49. А в регионе Хачмаз мы покупали ящик персиков за 6 манат. Но там был огромный ящик, а здесь всего килограмм. Там килограмм шел по 70 копеек. А тут килограмм идет по 3 маната. Видите, какая разница? Терень, слива. Вот, видите, 3 маната персики стоят. И они совсем не красочные, зеленые какие-то. Миндаль 22 маната, а у нас во дворе дерево миндалевое. Вот я столько возьму, наверное, хватит. Да, возьми. Это хурма, финики. Это, скажу, очень дорого. Да, здесь дорого. Вот 1 килограмм дыни стоит 45 копеек, а арбуза 29. Лаваш. Посмотрите, сколько их видов. Для шаурмы лаваш. Для... Вот тоже для шаурмы. Вот это все лаваш. И все разные фирмы. Вот хлеба сколько. Вот это все хлеб. Черный, ржаной. Вот хлеб Ивановка. Черный. Вот здесь хлеб. Хлеб белый. Хлеб заводской. Посуда здесь продается. Мама, а это что? Это глиняная посуда. Ой, вот это хорошая, как сате. Не делать. Давай это купим. Нет, нет, не трогай, солнышко, а то мы разобьем. Вот это тоже удобное. Это все глиняная посуда. Разная, а разная. Это что? Это тоже. Все глиняное. Для разная. Рыбки. Это для, да, рыбки. Это для рыбки. А вот это сувенирчики. Это сувенирки, Аля, сувениры разные. Вот гранат, это наши местные ремесленники. Мама, смотри. Тарелочки с гранатом. Мамочка. Такой дядька кавказский. Мама. А вот как ты мне купил, смотри, эти штучки, вазочки. Я хочу машинку. Осторожно, Алька. Это стаканчики. Я вам, по-моему, один раз уже их снимала. Я хочу машинку, вот такую вазочку. Мама. Аля! Вот такие сувениры здесь продаются местные. Вот символ нашей девичьей башни. Видишь, какой гранат. Это все местные. А это что, мама? Это все магнитики, все достопримечательности. Разные. Это девичья башня, наш символ нашего города. Небо какое красивое. Бузовик. И море бушует, бушует море. Какой сильный ветер. Хотим снять.
приехали домой в такую погоду, а тут мама нам оладушки нажарила. Эмин, ты сейчас снесешь весь телевизор, и телевизора не будет. Вот такой вот ужин у меня. Огурчики, помидорчики, котлетка, сыр фета и немножко соуса. Не хочу кушать много.